Здравствуй, зритель. Ужаснись. В общем, запросила у меня тут Ленка Николаева обзор очередной этой парфюмерии, которая у меня как бы особо-то ничего не изменилось, ну там может что-то кому-то отдала, может что-то приобрела. Ну что-то я точно приобрела. Это вот оно. В этот раз я управляюсь с телефона камерой, потому что как-то, ну в общем, так удобнее. Я буду, если что, приближать для особо слепых, возвращать на место, чтобы было видно, как оно тут есть. И убирать вот в эту вот, вот сюда, короче, вниз, где эти духи должны быть. Ну и хотя бы убирать просто, чтобы они со стола убирались, чтобы я их случайно рукой не задела, и не было тут бабах, мышка пробежала, как-то у меня кот мимо кухни, мимо стола профигачил, прыг ко мне, мур-мур-мур, хвостом фигак и что-то уронил. Прям как эта вот мышка, которая курочку разбила, в смысле яичко это куриное. Вот тут даже видно немножко то, что у меня тут вот на этой полке есть, то, что на той немножко есть. Салфеточка прикрывающая, чайный набор, ну и там всякие книжки. Ой, я платье не убрала, в котором я хожу, и вообще сейчас в халате сижу. И я вот не пойму, видно, что у меня цвет поменялся, потому что когда я смывала эту хну, было видно воду такую слишком оранжевую. И когда на вот эти волосы высыхали, они тоже были слишком оранжевыми. У меня даже губная помада от NYX слишком оранжевая. Задолбалась я, правда, ногти красить. Короче, начнем обзор еды практически. Ну, для кого-то, может, это еда. Кто-нибудь там решит бухнуть. Придет к Лёле в гости, решит бухнуть, а тут вон куча алкоголя, пахнущего по-разному. У меня есть духи про запас, которые мне задарила подписчица Лена, Минск-Москва. Это не та Лена, которая заказала, это другая Лена. Я так, насколько помню, она заказала себе в подарок, наслушавшись моих отзывов на Ютубе, на Ифраше. Это несколько нот любви. Парфюмерная вода 30 мл. Прыснула, не прониклась, а и меня тогда спросила, хочу ли я. Я говорю, ну типа, а точно, ведь ты же ее любишь. Ну и в общем, короче, вот у меня. Вообще у меня есть 50, по-моему, миллилитров. Я тогда покупала за 1200 с чем-то по скидке. В общем, несколько нот любви, парфюмированная вода, парфюмированная вода, черт удери, 50 миллилитров я покупала, и вот еще вот 30. У меня, помнится, было 15 миллилитров, вроде как, может, еще маленькая была, короче, и вот что-то я сначала на мне перла. Но вообще она мне нравится, ну так и слушайте, слушайте, и увидите, сколько тут вообще, вот два раза сказала слушайте, третий раз говорю слушайте, четвертый, пятый раз скажу, слушайте, сколько тут этой чертовой воды туалетной, всякой парфюмированной, вообще ароматной воды. Ну и у меня заходами, поэтому вот тут вообще она термоядерная, ее хватает надолго. Ну не в смысле термоядерная, она в общем устойчивая очень. На 2-3 дня ее точно хватит. Кот откуда-то вылез. И вот тут это, вот это. В общем, у меня тут про запас есть. Практически 80 миллилитров двух флакончиков этой самой воды туалетной от Ифраше. Не так зафигачила. Точнее, парфюмерной. Несколько нот любви. Так зафигачила, что теперь вообще не вытаскивается. Вылазь давай. Одну подарили, одну покупала. В общем, вот. Несколько нот любви. Что хочу сказать? Оно ягодно-сладко пахнет. Сейчас я даже, наверное, плюсну. А то я ж не помню. Оно напоминает эликсир Буа Сенсуэль. Вот сейчас мне. Это не потому, что я сегодня прыскала на руку эликсир Буа Сенсуэль, когда с утреца поскакала за молоком. Вот эликсир Буа Сенсуэль напоминает малину. Просто что-то сладкое. Ну, короче, видимо, сейчас вот оно мне именно так напоминает. Но суть такая, что они мне очень нравятся. Лене спасибо за подарок. Мне, наверное, спасибо за то, что оно у меня само по себе куплено. В общем, мы это пока сюда поставим. Я потом аккуратненько, красивенько их все расставлю. У меня тут есть какая-то от Леванта, от Тани Китаевой, которая год назад ко мне приезжала. Сначала веровала в меня, потом разуверилась. Нарцико Родригес, фор женщина, туалетная вода, точнее парфюмерная вода, ЕДТ, ЕБ, ну как-то так. Вот сейчас нюхаю, кажется, пахнет ванилькой. В общем, вот такой у меня от Левант есть.
Спасибо, Таня. Я, по-моему, его пару раз прыскала, и вот так он у меня стоит, вообще про него забыла. Их можно вообще, наверное, посчитать. У меня тут есть какой-то другой отливант еще до того, как я стала видеообзоры делать на YouTube. Когда я делала просто обзоры печатные в каком-нибудь блоге. Вот это более нежное, но оно вообще без подписи, и хрен знает, что это. Ой, оно упало, и то упало. Ну ладно, упали, так упали. Два отливанта, короче, у меня тут есть с разных времен. Уже 4 духа, прям посчитаем их, как обезьян. У меня есть замечательные духи, пахнут сиренью. Нежненько так задарила мне одна моя подруга, 80-летняя уже, 80 лет ей, тетя Валя. Кто их делает, я без понятия. Тут 19 ПС нарисовано и какой-то логотип невнятный на жопке. Все вот такие вот духи. Может сейчас приблизить, а то кто-нибудь скажет, что ни хрена не вижу, я слепой. В общем, вот духи. Может, конечно, это туалетка. Черт ее знает. Ну, я вот ее поюзала, вот сколько-то тут отюзалась. Это 5-й уже. У меня есть вербена. По-моему, она уже снятость. Иногда она проскальзывает, бывает на Ифраше на сайте. В общем, вербена, кенийская вода, она уже одеколон. 125 мл это флакон. Ну, тут вот осталось. Скользкий нос. По-моему, она на любое время года. Вот сейчас я нюхаю, она очень даже вкусно пахнет вербеной. Вот из серии «Утро в саду» вот эта самая вербена на мне держалась 20 минут. А вот это, ну, часа 3-то держится. А иногда и прилично, да. Так. Чтобы было все видно, вот так делаем. У меня тут где-то сопля есть. У меня есть каори. Юдзу, Фаберлик, вода де парфюм. Парфюмерная вода для женщин. Которую мне отдала одна моя даже не знаю, как назвать. Короче, которую мне отдал один человек женского пола, который когда-то работал на базе выдачи Фаберлик. И, по-моему, ее оттуда и прихватил. Ну, или как-то так. Если верить тому, что мне говорил этот человек, тут 13 на жопке нарисовано. Что-то как-то свеженько пахнет, я прыскать не буду, а то у меня голова разболится нафиг. Вот мне что не нравится в Фаберлик, у них что 15-миллилитровые флакончики, вообще крышка не держится. Что вот такие, по-моему, у них нигде крышка не держится. В общем, вот когда-нибудь тому делаю. На практически, может, без каких-то там пшиков было... Насколько я помню, человеку она не понравилась, и человек решил отдать мне. Но человек такой, который... Я смотрела обзор другого человека, получившего подарок, посылку или типа того, от этого человека. Этот человек мне говорил, что тот человек напросился с посылкой, тот человек в обзоре сказал, что этот человек напросился с посылкой и прислал под видом новых духов кучу бэушных, которые человек... Второй не обозревал, в силу того, что они бэушные. Я так подумала, когда смотрела, думаю, это я, значит, такой лох, что обозревала все духи, которые мне дарили под видом новых, они оказались бэушными. Ну да благословит ее Удон, приветствует Аллах. О, пардон. Ну, короче, никто ее пусть не благословит, потому что плохой она человек была. Наверное, такое осталось. У меня есть пурбланка, сколько ей лет, столько не живут. Пурбланка, ты что, цвет сменила, что ли? Я на нее смотрю, мне кажется, что она пожелтела. Или она цвета так? Ну-ка. Да нет, вроде еще такая же. Фиг знает. Короче, вот у меня есть пурбланка. Оригинальная. По-моему, ей лет уже 16. Она у меня с 2000-го, наверное, года. Значит, ей уже больше, чем 16. Короче, ей лет 19 уже. Флакончик такой вот на пальчик на это на одеваешь. Ну, в смысле, переворачиваешь без спрея, короче. Такой вот этот там. За ушами. И будет вам счастье. Кстати, как она еще пахнет-то? Она все еще пахнет так, как будто я ее только что купила. Офигительно вообще. Нет. Я, наверное, гнал. Тут написано 06, 09, 10. То есть она что у нас...
То бишь она не 2000 года, ей всего лишь почти 10 лет. Или это не то? Или это не 10? Короче, хз. В общем, доисторическая бурбланка, я потом их посчитаю, эти духи, я тут сейчас соберусь со счетом. По-моему, это голубые овощи. Потому что кто-то из них еще тропикана. Причем вот это голубые овощи. А ты фраше, это натурель, лимитка, ее уже нема. Они такие тепленькие, они напоминают эликсир Буа Сенсуэль отдаленно. Они напоминают несколько нот, несколько нот любви. И они напоминают, не знаю, вот что-то такое. По-моему, они напоминают мингшу. Моя, кстати, подруга тащится от мингшу, но мингшу 100 лет уже назад сняли, там было 2 варианта. Люди, если вы знаете, где находится мингшу, задарите моей подруге эти духи. Она будет рада. Короче, у меня есть миниатюрка Османтус Натурель, которую мне подарила моя подписчица Лёлька из Тюмени. Слушайте, я прилично так поюзала эту миниатюрку. У меня даже есть, кстати, круг... полноценный вроде был, если не закон... не заделала я его. Вот. Миниатюрка. Мне казалось, у меня был полноценный. Он же у меня не ушел никуда. А нет, да, он у меня есть, не ушел никуда. Слава этим богам. Слава дьяволу. Я буду говорить слава дьяволу. Чтоб никого не обидеть, слава дьяволу. И буду говорить, да благословит ее дьявол. Или его. Потому что это точно никто не обидится. Потому что это моя религия. Я ее сам писал. Так, в общем, вот у нас большая натурелька Османтус. Стой. Ну, ее, соответственно, сама покупала. Это у нас Avon Femme. То, что покупала, не... то, что мне дарили, либо отдали, я буду озвучивать. А если я не озвучиваю, значит, покупала я. Avon Femme покупала я тоже, когда еще была представителем. Что-то вот оно мне... напоминает что-то из Эфраше, которое я недавно тут нюхала. Но я уже не смогу сказать, что. Ну, люди, если вы пользуетесь Avon, то, наверное, должны знать, что это. Ну, короче, вот раз оно стоит, значит, оно мне нравилось. И даже вот я его поюзала приличненько так, учитывая, сколько их всего. Это духи, вот это парфюм. Ну да, туалетная вода, EDT. Как ее звать, без понятия, бабушке дарила одна моя некровная родственница. Ну, соответственно, бабушки же уже нет. Они остались, она мне еще разрешала тогда ими прыскаться. Иногда. Они вот очень легкой ванилькой с чем-то там пахнут. Так, засобачивайтесь как-нибудь. Ну, сувайтесь. Блин, такой хрен я сняла, хрен теперь оденешь. Вроде одела. Тут больше ничего нет. Эти русские духи непонятных русских фирм. Почему-то никогда не пишут, кто их делал на этой, только на коробочке. Коробочки, соответственно, уже нет. У меня есть утро в саду The Vert. Зеленое дерево, ну, в смысле, чайное дерево или как-то там. Вот. Я его столько всего лишь отюзала. Я не помню, стойкое оно или нет, если честно. Как у вас туда зафигачить? Блин, обязательно что-нибудь долбанется, конечно. Не долбайтесь. Что, еще что-то долбанулось? И ты не долбайся. Придется на пол ставить тогда. Короче, у меня есть какие-то маслянистые духи. Pure Perfume. Alhara Mine. Только сегодня увидела вот внизу эту голубую. На голубой ленточке серебристую надпись. Hara Mine. Миллион. Брюлики какие-то нарисованы. Как мне моя бывшая подписчица Таня Китаева из МСК из Москвы говорила, она их купила в каком-то duty free, когда они ждали самолета с мужем, детем или типа того, летя откуда-то в другое место. Тут такая типа пачка сигарет для тех, кто не курит. Там какая-то бумажка. Вариации, видимо, этих духов.
А, все время забываю что-то надо открутить. А я все пытаюсь сверху достать. Сладковатенько так пахнет. Ну, так конкретно у меня до них еще руки не дошли. Наверное, надо приблизить для особо зрячих. Ну, давай, приближайся. Вот оно. Заодно все пытаюсь посмотреть через монитор телефона, управляющий камерой, есть ли эффект на волосах. Или они только пока мокрые были каким-то цветом. Вообще я держала 3 с лишним часа. Я тупо забыла, что у меня уже там это время-то прошло, что уже надо как-то смыть. Так, это мы сюда положим. А, я вот сюда как-то положу. У меня есть снятость. Пол флакончиков 30 мл, уже 15. Пур де Зир де Пион. Пион. Короче, пион. Который уже настолько снят, что, наверное, те, кто стали заниматься Ифраше позже 2011 года, уже про это не знают. Кто у меня его только не пытался выпросить или скоммунизить. Нифига, так он у меня и остался. Пахнет пионом до сих пор. Кое-кто пытался долго выпросить, но, скажем так, Лёлю задушила жаба. Я просто подумала, что почему я должна дарить человеку то, что мне нравится, только потому, что человек отдает мне какой-то из серии «Бери, Боже, что нам негоже». Пион. Так. А вот это как раз то, что мне отдал тот человек, который хотел пион. Мы покупали вместе с этим человеком спинка этого человека в этом в Ривгоше. Я купила османтус, хотя у меня османтус был и фрошевский. И османтус у меня стоял 1-1.5 года, потом внезапно ушел весь. Это какая-то французская парфюма, Eau de Parfum. Тут уже все нахрен стерлось. Адопт, что за адопт, вообще без понятия. Гурманда, гурман тут написано. Шарлотта о францез, или как-то так, клубника. По словам человека, который мне это отдал, видимо, уже не помню, что мы вместе это покупали, оно для этого человека воняло, извиняюсь, мочой. Что курил этот человек, без понятия. Вот мне оно сейчас пахнет между деревом, вы знаете, лопачо, если вы пили, если не пили, то у меня, по-моему, есть в плейлисте моя чайная коллекция этот лопачо, типа отдельным роликом. Вот, он пахнет лопачо, и причем лопачо с этой. Чаще всего встречается на развес лопачо фирмы Надин. И вот Надин или чайная компания, русская чайная компания, лопачо, он стабильно с этой земляничкой. Ну, клубничка, земляничка. И вот так вот тут пахнет лопачо с земляничкой. Сколько хоть тут его? Ну, 2/3 где-то осталось. Это... Ой, что-то упало, блин. Пиончик, не падай. У меня есть замечательные духи, мои любимые. Первые, которые я покупала в Ифраше. И потом у меня все время было все 5 вот этих цветочков. То у нас цветочная диска, 50 мл. Мне их подарила подписчица Лёлька. Прямо, знаете, я, как, видимо, когда-то обозревала какие-то духи и... В наглую так ляпнула, что если вы хотите мне сделать приятное, то вот можете такие духи подарить. Она меня спросила, типа, вот я посмотрела, мне так неудобно было, когда она сказала, что она мне вот это решила подарить. Ну, с одной стороны, приятно, с другой стороны, неудобно. А, просто как, обычно мне люди кучу всего, вот даже не с Ютубом связаны, просто люди какие-нибудь что-то обещают, напрашиваются, предлагают, спрашивают, что я хочу, а потом делают вид, что они этого не говорили, не помнят или не делали. Некоторые у меня даже были такие приколы, вот это уже с YouTube связано. У меня спрашивали адрес, спрашивали, не против ли я, чтобы мне что-то послали. Потом вынюхивали его, спрашивали, а мне неудобно, как говорить-то как-то, что я хотела бы. Ну, как-то неудобно спать на потолке, да? И все-таки выведывали, что я хочу, говорили, что да, все, я тебе послала, жди. Некоторые даже писали там через неделю, через 2, типа раз в неделю, ну что дошло, ну что дошло, ну что дошло. А потом говорит, знаешь, я тебе ничего не послала, не послало. Я типа решил лоб приколоться и посмотреть, что ты скажешь. А мне же как бы человек-то сам по себе шлет, да, я как бы его не прошу, не заставляю.
И мне неудобно, как бы, ну, там, что, ждет человек, что я напишу, типа, ну, что ты это шлешь мне, нет, ну, как бы, может, человек передумал, мало ли что бывает. Я, конечно, не буду в таком случае писать, это все равно, что меня разводить на ревность, если я вдруг общаюсь с каким-нибудь пареньком, а паренек вдруг начинает мне гнать, вот я там с кем-то встретился, пообщался, стал встречаться или типа того. Я с порога говорю, что это как-то бесполезняк. Во-первых, я намеки не понимаю, во-вторых, если человек встретил кого-то и решил пообщаться, это кто-то ему намного интереснее, чем я, ну, что я-то сделаю? Ну, интереснее, чем я, ну, ладно, дьявол с тобой. Короче, вот у меня тут. Когда человек мне сказал, а потом прислал, что это вдвойне приятно, и я с удовольствием ими пользуюсь. Хоть тут видно, что я совсем чуть-чуть попользовалась. У меня тогда 30 миллилитров заканчивались мои. Я покупала и 30 миллилитров такой флакон, и 50, ну, такие духи, и 50 миллилитров. У меня штук 7, наверное, флаконов было вот этого именно оригинального красного диска. Но сейчас в Эфраше осталось только ночное диско, которое мне 50 миллилитров, там еще где-то душа был, дарил мой уже типа бывший слишком бойфренд. Причем что-то я тогда прикололась. Он что-то сказал, так помню, про мое ДР. Там еще стишок в письме, там по ссылочке все-то посылалось, а там еще стишок какой-то был. И вот этот вот набор. И я что-то ляпила, что типа, ну, типа, вот было бы при. Я говорю, вот бы я хотела получить в подарок новую лимитку, типа ифрашевских духов. Я вообще без одни мысли сказала. Он взял, мне прислал. Задарил, короче. Вот, у меня сейчас из всего диска есть только красненький, но на сайте еще есть синенький. Куда бы тебе поставить-то, чтобы ты не упала? Сейчас высморчусь. У меня есть. Что это у нас вообще? Ты кто? Сделано в Польше. А, Парижен шик. Парижский шик. Помню, была представителем. Он на сиренево-фиолетовом фоне лежал. Ну, фотка такая. Я думала, что флакончик будет сиреневый или фиолетовый. Хрен вам. Он почти прозрачный. Можно сказать, прозрачный, только вот духи такие. Как какой-то чай. Слитой. И вот, слушайте, я думала, я их доделаю, потому что что-то перед Новым годом, ну, может, ноябрь-декабрь я их усиленно юзала. А потом меня что-то переклинило на другие духи, и я уже не юзала. И поняла, что уже я их все равно не доделаю, что столько на себя не вылить, сколько они устойчивые, сутки с лишним, наверное, если не больше. Они очень классные, они пахнут похоже на эликсир Буа-Сенсуэль, на просто эликсир. Они еще напоминают, вот и Фрашевский тоже, несколько нот любви. Практически не то, чтобы один в один, но рядом. В общем, они мне нравятся, они классные. Но они тоже как эйвоновская вот эта пурбланка, только вот на пальчик перевернуть. Вот так вот. Зачем я это сделала? Теперь я вообще буду вся вонять духами. Ах. Так. Это чего? Мне дарили или пришло в поменяшке? Или я покупала? Сейчас я вспомню. Вот с этих начну. Вот эти мне, короче, дарила Лёлька из Тюмени. Подписчица, та самая. Это Summer White Paradise. И я их пыталась в свое время, когда еще была, думала, что я еще представитель Эйвона, меня уже забанили на какой-то хрен. В общем, хотела их заказать, но вот у меня не сложилось. И когда она спросила, что бы я хотела из Эйвона, ну вот, что возможно так вот будет, я сказала, что вот эти духи. В общем, я их даже какое-то время пользовала. Где тут это? Но я поняла, что в Avon сейчас есть еще похожие духи с какой-то другой немножко крышечкой. Вот типа таких оранжевые у меня были, они мне не понравились, пришли поменяшки еще до обзоров вот этих вот. Ну, они такие же ровесники. Ровесники были того черного от Леванта безымянного. И, короче, человек, который любил мне отдавать духи, не только духи, которые вот поюзал, не надо, мне жалко выкинуть, отдам Лёле. По большей части говорил, что это новое. Выпросил у меня эти оранжевые духи, а потом, правда, их поливал дерьмом. Сначала выпросил и сказал, будто это я навялила, а потом еще и дерьмом поливал. Ну, в общем, что-то они для меня тогда были тяжелые. Они как бы у меня стояли, жрать не просили, ну, вот человек узнал, что они у меня есть, и выпросил. Ну да ладно, может быть, потом как-нибудь все закажу уже этот оранжевый, может, они мне будут нормально, мало ли, потому что я как поняла, вкусы меняются, вот мне это. Некоторые духи стали нравиться, которые никогда особо не нравились.
Ну и, в общем, вот у меня есть этот Summer White Paradise. А тот, который там еще выявлен, у меня такого нет. Это мне подписчица дарила. Это я сама покупала. Это одни из моих любимых духов Вейвана, помимо Бурбланки. Еще у них мне нравилось Eternal Magic, но его 100 лет назад как сняли. Это Summer White оригинал. Это покупала несколько в таких флаконов еще даже до того, как у меня аккаунт на YouTube образовался. То есть до 2008 года. Summer White. Он мне напоминает, я считаю, что вообще они похожи между собой. Классическая Natural от Эфраше, Summer White от Avon, Light Cocaine от какой-то русской фирмы и Light Blue от Dolce & Gabbana. Практически на одной линии стоят. Свеженькие такие. Так. Эти, по-моему, я заказывала в Avon, когда была представителем. Кто у нас такой? Summer White Bridge, хрен его знает. По-моему, свежесладкие, что-то такое. Или сладкие просто, или сладко, тонко-сладко-свежие. А это мне все-таки кажется у меня, или может кто-то дарил из подписчиков. Если кто-то дарил из подписчиков, а я забыла, вы мне вякните в комменты или еще в какой-нибудь социальной сети, там в Инстаграме еще, типа, Лёля, ты беспамятная такая, это я тебе дарила. Или это мне пришло в поменяшках. Те вот, которые вместе с оранжевой еще, ну, от разных людей. Или это все-таки я сама покупала. Summer White Sunrise. Вот эти ванилькой пахнут. Ну, там легкая нотка ванильки присутствует. Вообще, наверное, надо пересмотреть какой-нибудь обзор парфюмерии мой, последний, наверное. Я там, наверное, говорю. Я, наверное, еще в том обзоре помню, что это за фиолетовые духи. У меня есть два Моргана. Морган для тебя, я его все время называла Морган де Той. У меня такое бывает, это сочетание того и другого языка. А вообще это Морган де Той, а Морган для тебя. И был у меня еще зелененький такой, но у меня его кто-то выпросил давно еще. Вот этот у меня было 30 мл и 65 мл, это 100 мл. Вот последние полтора месяца я его юзала и думала, что доюзаю до конца. Да нифига, Морган, парфюм Париж, сделано во Франции. Вода да туалетная, 100 мл, 80% алкоголя. Это я еще заказывала на клубнике, когда она была не русскоязычная, и там реально можно было что-то нормальное урвать, плюс у меня была какая-то скидка, дисконт или типа того, и я там очень часто попадала на какие-то закрытые распродажи. У меня моя тетя когда пришла, говорит, да ты что такое? Это, говорит, дезик что ли какой? Я говорю, нет, это духи такие. Вот сюда нажимаешь, оно фигачится. Правда, вот сейчас оно у меня как-то тут было, что оно вскрылось или отпало, или что-то в этом роде хз. Нет, наверное, не отпало, просто как-то вот так вот. В общем, они мне напоминают цветочное диско оригинал, вот это красное от Эфраше. Морган для тебя. Твой Морган. А это голубенький Морган, и он, по-моему, это сколько тут? Это 60 мл, и он с ванильным таким ароматом, ванилькой нам немножко отдает. Вот в 30 мл там, это как бы силуэт такой женский, вот эта талия, тут пупочек. И вот в тех, у того тоже такая же вот маленькая дырочка есть, но вот который 30 мл, там был стразик. У меня был зелененький. Как я уже говорила, я хотела в свое время собрать всю линейку Морганов, но что-то вот этот я не могла нигде найти, на клубнике тоже не было. Я еще заказывала тогда Dolce & Gabbana на духи РФ, сайт такой у них, по-моему, даже канал вроде как на Ютубе теперь есть. А вот эти я покупала, помню, в Рыбинске в 2014 году, когда с тогдашней своей девчачьей компанией ездила в Рыбинск. Думала погулять, а они оказались по магазинам. И вот там в магазине Калина я увидела эти духи и купила. Почем уже не помню. Естественно, раза в 3 дороже, чем на клубнике. Это я сама себе покупала. Это на роли Secret de Sans. Вода дуалетная и Фраше. 50 мл. Мне кажется, она тоже на любое время года. Я не знаю, как передать. Оно мне напоминает цветок апельсина. И вот что-то у них общее есть. Ну, как бы это день и ночь, допустим, вот эти сладкие ванильные ароматы,
какие-нибудь свежеголубые такие ароматы, ну, типа натурель, и вот такой. Ну да, вот я какая-то такая вся разносторонняя, у меня то одно нравится, то другое. Один из моих любимых духов, вообще очень любимые духи, они мне часто приходили в подарок, когда я стала заниматься Ифраше в 2011 году. Не именно такие, но именно, ну, не этот вариант, а именно вот просто Evidence, разные такие. Я еще покупала их потом в подарок, на день рождения приходили. Да. Это Evidence... Common Evidence, как явность, экстракт, де парфюм, короче, парфюм в чистом виде. Но одна идиотка, не будем тыкать пальцем, я знаю, что она и так меня смотрит, мониторит и иногда прыгает в комментах с разных аккаунтов, иногда даже с разных браузеров и одновременно практически. Я не знаю, что она с ним сделала, но оно как-то через раз теперь работает. Я помню, у меня была скидка бонусная 700 рублей, и на него была еще скидка. И оно мне что-то обошлось то ли за 1700 тогда, то ли как-то так. Но он где-то вот наполовину уделанный даже. Ну да. Чуть меньше половины. В общем, Evidence тоже мои очень любимые духи. И сам по себе Evidence, даже туалетка держится где-то около 2-3 суток. Ну, допустим, туалетка держится на мне вот... двое суток. Парфюмерная вода держится на мне трое суток. Вот я, при том, что, допустим, я бы раза в 3-4 летом под душ сходила, да, или просто так утром помылась, вечером в ванной полежала. Если прыснуть на какую-нибудь шмотку, типа там платочка, то оно месяц держится, даже вот если вы его постирали, все равно как-то остается. А это, я вообще молчу, оно может неделю, причем один пшик за глаза и уши, и благоухайте. В общем, шикарные душки. Так, вот у меня еще остался. Это коллекционный Edit Collection. Edition Collection. Limited Edition. Короче, тоже Эвик. Evidence, как явность, коллекционный флакон. Тут такой вот, как бы стразами такие цветы нарисованы. Вот оно. Тут уже все нафиг смылося, стерлося. Сколько тут вообще миллилитров было? Я знаю, что на 75 миллилитров, и 50 миллилитров, и 15 миллилитров. Вот эти обычные флакончики, которые стандартные для всех практически духов Ифраше. И 100 миллилитров он тоже есть. Вот этот, по-моему, да, этот 50 миллилитров. А этот был у нас 30, по-моему. Где-нибудь тут есть. Да, вот это 30 миллилитров парфюм полноценный, 100% парфюм. А это тупо парфюмерная вода, и он 50 миллилитров. Мне вон пришла открыточка, но так как я не знаю, сейчас я поеду, я не поеду. Там, как явность, это лимитка зимы. 5 миллилитров подарок за заказ, за покупку на 200 рублей. И маленький 5-миллилитровый. Или 2,5 мл. Короче, вот этот 2,5 мл это лак для губ какой-то там. В другом оттенке. Не тот, как я покупала. А единственный путный парфюм, который мне отдал человек, который любил отдавать всякое такое ширпотребство. Когда у меня закончился Avon Mesmerize Black, который я сама покупала, человек, видать, увидел мои пустые баночки и проникся, что, наверное, оно мне нравится, раз я так восторгаюсь. И отдал мне свой, потому что сначала купил, юзал, а потом, видимо, пришел к выводу, что лучше уже не покупать, не юзать. В разные моменты оно пахнет для меня и вообще изначально там как бы в Avon пишется, что такой пряный аромат, восточный, бла-бла. Вот для меня он пах тепло-сладко. Потом он для меня пах именно как вот реально пряный аромат. Сейчас он между несколько нот любви, парижьян шик и эликсир Буа Сенсуэль и чем-то таким. Ну, короче, классный. Он мне нравится. Спасибо тебе, человек. Я знаю, что ты меня мониторишь и смотришь через раз. Иногда, правда, воешь, что я тебя не смотрю. Я просто случайно зашлю. А это у нас Z Vert
как его там, Бриталь, Камелия, чего-то там. В общем, это зеленое дерево, чайное дерево, в смысле. Тут есть что-нибудь, тут еще серебряным цветом написано 125 миллилитров. Роше, Франция. В общем, воды чего-то там. Кеньская вода. Она тоже уже снята, я, по-моему, мне кажется, ее вообще уже нету. Ну, хотя мне что-то иногда встречается, наверное, в каких-нибудь загашниках русского и Роше что-то осталось, а тоже чей нахапали в свое время. И вот оно как бы есть. Вот. Хорошее такое. Лучше всего летом использовать. Я летом даже ее использовала в жару, чисто как освежитель тушки. Вот так попрыскаешь на себя. Когда вот, ну, особенно когда холодная вода на 2 недели, и горячей нема. И даже если горячая есть, ну, не, физически не можешь круглосуточно торчать под душем. Потому что надо еще поесть, там еще что-то сделать. Я вот на себя чисто прыскала вот так. Освежалка такая. В общем, классная вещь. Я Эйфрашкой обозвала. В общем, вот куда мне тянулась периодически рука. Сой эликсир была сенсуэль. Мне 15 миллилитров такой дарила подписчица Лена Минск-Москва, которая в самом начале ролика была упомянута. Я такой покупала в наборе. Там гель для душа, бальзам, по-моему, или молочко для тела, что-то в этом роде было. Вот эти вот 30 миллилитров. В Ярике когда-то... Ну, где-то, может, 1500 или 2000, уж не помню. Потом вот я вот снова себе его купила. Тут мне что-то все хотелось, жаба душила. С другой стороны, духов дофига. С одной стороны, хочется. Была какая-то скидка. И еще какая-то скидка. И я купила, думаю, почему бы себе не купить, если хочется. В общем, я купила, как у меня тут один ролик называется. Я уже моду произносила. Фиолетовый мне не нравится. Классический эликсир мне напоминает пластилин. А этот мне, там для меня сошлось 3 аромата. Это ночная ваниль, вот эта ифрашевская Secret de Sans, потом ифрашевская тоже снятость уже, кстати, как он там, ирис, ирис нуар, ночной ирис. И вот сам вот этот сочетается, третий основной вот. Классический эликсир, вот этот пластилин. Короче, вот пластилин, ваниль и ирис нуар. Вместе вообще оптимальный вариант. В общем, очень мне нравится. Ну, они, конечно, стойкие, но как бы не настолько стойкие, как, допустим, Эвик, Эвиденс, да, как явность, которая. Но тоже стойкие, на сутки, в принципе, хватает, если на тушке. Или там на шмотку прыснуть, то тоже очень надолго хватает. Я иногда просто прыскаю на постель, чтобы у меня пахло этими духами. Или прыскаю в помещении, в комнате, вот, чтобы... Кайф. Скорюженько поставим. У меня, я, кстати, ее повторяла, по-моему. Еще до того, как, наверное, не помню. Да, я, по-моему, еще тогда не снимала видосов. Это у нас роза, утро в саду. И фраше. Наполовину уделанная. Скажем так, второй флакон, который я такую вот покупала. Ну, роза конкретная. Это цветок апельсина, тоже утро в саду и фраше, тоже второй флакон, который я покупала. Еще до того, как вот первое подорожание в фраше пошло в России. Что-то оно тогда вполне вменяемо стоило. Ну, видно, сколько я уделала. Это у нас прима Эйвон, которая по стойкости 8 часов, как было заявлено Эйвоном, так и есть. Я еще когда была представителем, заказала себе. Видно, сколько я уделана. Очень, действительно, она суперстойкая. Потом она напоминает практически один в один Evidence Green от Фу, блин, Evidence, не Green, а Evidence, ну, сам по себе этот Эвик классический, как явность от Ифраше. Чего тут у нас? В 15 году я его приобрела. 50 миллилитров. Парфюмерная вода. Я помню, тогда вроде делала обзор, еще сказала, что как раз эти санкции ввелись, или типа того, что если вдруг не сможет покупаться и фрашель, он куда-то денется, или будет супер дорогой, то есть аналог Эвика, вот это вот, прима. Так же, как аналог несколько нот любви, практически, это вот, ой, упал,
Ну ладно, тут мягкий ковер, ему не больно. Другой упал, пока доставала, поднимала этот. Тут у меня фиолетовый и зеленый саммеры свалились. И ковру не больно, и им не больно. Вот этот вот тоже, вот он как бы практически аналог, можно сказать. Парижьян шик. Так, это у нас натурелька классическая. Раньше у меня их дофига было. Одна у меня стояла, мне сначала выпрашивали, потом перестали выпрашивать, потом совсем выпросили, и я задарила. Правда, сказала, что там срок годности, ну, там месяцев через 6 заканчивался. Ну и, конечно, это все преподнесли совершенно в ином свете. Вот, ну, мерзкий человек, что сделаешь? Натурель и фраше. Бланк там периодически идет по, типа, в бланках в подарок за заказ. Вот эту я даже сама тогда покупала. Ну, приходила несколько раз подарки. Вообще было много миньок, я помню, их все время раздаривала, как-то не ценила то, что миньки, это тоже как бы можно оставить про запас. Так, а это у нас, наверное, та самая тропикана. Или как там ее? У меня как раз полотенце недавно, вот с первого моего обзора 22 июня 2015 года сделанным Ифрашевского, там был у меня вот как раз полотенце в подарок, и оно мне недавно приказало долго жить. Как раз это полотенце было, а нет, полотенце было голубых овощей, голубой лагуны, а эта тропикана у меня есть, по-моему, от нее. А нет, уже не есть. Раньше была, короче, косметичка, но, по-моему, мне ее кто-то выпросил, как обычно. Ну, сейчас скажу. Вот оно тоже как бы немного, не то что тяжелый, но такой теплый аромат. Мне кажется, вот оно не летний аромат, а именно когда дубачок такой или зима. И оно что-то общее между несколько нот любви, парижьян шик, вот этот слегка с чем-то, есть какие-то отдаленные нотки. Эликсир Буа Сенсуэль. Даже вот, мне кажется, что-то общее есть вот с этой, как ее звать там, не падай. Save and Fem. Вот что-то совсем чуть-чуть общего есть. Тоже Ифраше утро в саду, цветок вишни. Вот, кстати, вспомнила, цветок вишни, есть что-то вот общее, это в, как звать-то ее, в нейроли цветок апельсина и цветок вишни. Они немножко такие горьковатенькие, и вот что-то в них общее есть. У меня есть Avon Love, туалетная вода. По-моему, она слегка такая мандариново-ванильная для меня. Я помню, ее много-много, долго-долго хотела, а потом что-то то не было, то у меня жаба зашила, то еще что-то, то в наличии опять не было, то в каталоге не было. Я кажется, делала заказ, там был такой набор, ну, лосьон для тела, лав, и вот эти духи, ну, в смысле, туалетка, наполовину уделанные. Так, это из набора Мэри Кей от Лены Минск-Москва, розовая крышечка. Я не помню, у меня коробочку просто уже выкинула, или она у меня где-то лежит, или что-то в ней лежит, или она как куда-то. Ну, короче, хрен знает, где-то коробочка, как оно называлось, а там просто был в наборе, думаю, о тебе, с голубой крышечкой, круглый флакончик. Он мне очень нравился. Мы тогда пообщались, я сказала, что он мне нравится, но мы решили, что я этого хочу. Ну, духов много не бывает, как говорил один знакомый мужик. Три знакомых мужика так говорила. И одна моя подружка. Ну, думаю, о тебе, у меня уже его нету. Он, конечно, в первую очередь закончился. Тут у нас нейроли. Маленький, он все еще живой. Периодически думаю, что он уже закончился, но он все еще живой. 5 мл нейроли. Eau de Parfum, Secret de Sens. Это тоже из того набора. С белой крышечкой. Мне кажется, у меня еще что-то было, но, видимо, у меня или выпросили, или оно ушло погулять. Зная одну товарищицу, то, может быть, даже ушло погулять без спроса. Это у нас Faberlic Hoferic Sensuelle, которую мне задарила Лёлька из Тюмени. Там еще был гель для душа. Помню, первый раз гель для душа мне очень понравился, я не помню, как о нем обзывалась, и она
словив мои восторги, задарила мне это. Там в довесок был этот же гель для душа, но во второй раз он мне как-то по-другому ароматом был. Хрен знает почему. Может быть, тогда было холодно, в другой раз было тепло или наоборот. Но все это было летом. Но летом ведь тоже бывает холодно. Я его юзала. Блин, если я сейчас прысну, то это уже будет передоз. Ну, короче, они мне нравятся, но я не помню, чем они пахнут. Они розовые. Ой, упало что-то. Упали. Это мне тоже отдали, оно что-то типа там 3 часа, что ли, держится на тебе. Или 30 минут. Волшебные цветы. Это вроде у нас кто? Орифлейм. Я это Орифлейм. И тут у нас еще 50 миллилитров волшебных цветов. Не знаю, как передать. Я уже как-то уже не воспринимаю эти ароматы. Это у меня была поменяшка с моей одной подружкой. Я до сих пор помню, кажется, это что-то у меня было и фраши, типа косметичка такая в виде пенальчика, и дезик с лотосом, который ей нравился. Ей подарил братец, а ей они не подошли. Ну, типа, не понравились. Я у нее, ну, она так, кстати, понюхала, и мне понравились. И мы решили произвести обмен. Я как раз тогда менялась всякими там духами и прочей требухой. Орхидея Макара. Вода туалетная для женщин. Возможно, какая-нибудь русская дофига фирма. Судя по тому, как оно выглядит без определенных знаков. Но оно что-то вот... Кстати, ну вот это вот, что-то у них общее есть. А еще у нее что-то общее есть с линейкой, которую я говорила. Это классическая Натурели Фрашевская. Summer White классический Эйвоновский, Light Cocaine какой-то русской фирмы и еще этот Light Blue Dolce & Gabbana. А тоже один из путных духов, который мне отдала человека Элизабет Арден Green Tea. Туалетная вода. У меня такой был 30 мл, был 70 мл или сколько там, тут 100 мл. Одни из первых духов, которые я вообще пользовала в своей жизни, у меня был Биг Мош, быть может, мама мне задарила, и Элизабет Арден. Первые, самые вообще духи, вот тоже двоечка, не выберешь ни то, ни сё. Потом я заказывала их на клубнике, я их заказывала, по-моему, даже на Озоне. Я хотела собрать всю линейку зеленого чая, там вот лавандовый чай, еще какой-то чай, но тоже что-то как-то у меня не сложилось. То не было доставки тогда в Углич, то было вне наличия, то еще как-то, ну, как-то вот не сложилось. 36 месяцев после вскрытия, сделано во Франции. Тут что-то приклеено, так нажимаешь, а оно щелкает. Прямо СМР, блин. Так, а это мне на день рождения, кажется, в прошлом году дарила... Подписчица Лёлька. Ну, в смысле, кажется, я не помню, просто вроде на день рождения. Но то, что от нее туда. Для нее Эйвон аттракционы. Я помню, я тогда раскрывала посылку, не могла никак сообразить, как снять эту крышечку. Крутила, крутила, она, кажется, вот так снималась. Нос принюхался. Я помню, что они мне нравились, я не помню, чем они пахнут. Я уже и нос-то за этот. И остались у меня... Самопальные духи имени меня. Я их сейчас даже приблизю. Вот так только поставлю. Баррикада-то какая, ёшкин кот, люди. Вот они. Это во флакончике от Big Moss. У меня их было два. Один кто-то забрал. На вечное пользование. Даже подозреваю, кто. Даже подозреваю, что как бы... Я, добрая душа, на вопли, ой, какой флакончик, какие духи, да еще самопальные, сказала, хочешь? Ну, я как бы вежливый такой, все что-то предлагаю всем, а люди по большей части сразу лапы загребущие, душа, даже если душа не принимает, все равно заберем. В общем, тут какие-то самопальные духи имени меня во флакончике от Big Moss. Перфюм... Урода. 1643. Я знаю, что урода на польском, что ли, красота. Но что-то как-то я поржал. Это вот самые первые Лёлькины духи делала из какого-то набора парфюмерного. И
Они пахнут до сих пор корицей. Все, кто их нюхает, говорят, что пахнут корицей. Но из тех ароматов, которые я сочетала, там не было корицы вообще. Почему так случилось, хз? Тут во флакончике от амбровой вуали Secret de Sans парфюмерной воды и фраше тоже какие-то самопальные духи Лёли. Тут у нас тоже какие-то самопальные духи Лёли во флакончике губок. Что-то я вообще уже нихера не чувствую. Ой, я матюгнулась вроде. А еще во флакончике от Ода страстной любви и фраше у меня когда-то была и та, и другая ода. И просто ода любви, и ода страстной любви. Но того флакончика не осталось. А он был с пульверизатором, а этот просто вот и выливается. Тут у меня розовые духи, тут, по-моему, масло жожоба и вот розовое эфирное масло. Тоже самопальные духи имени меня, вот они наполовину уделались, потому что был полный флакончик. Я даже, помнится, кому-то их отливала, не помню кому, но отливала чисто вот как это, в спрейчик какой-то. В подарок по просьбе трудящихся. В общем, вот такой у меня обзор туалетных духов, туалетных водов. Короче, парфюмерии моей. Вот столько у меня ее дофига. Всем спасибо, кто осилил. И всем до новых встреч. Пока!